Ребят, всем привет. В общем, полы демонтировали. Вот. Поставили лазерный уровень. Вот, ноль пола надо сделать вот здесь. Вот он. Вот. Вот тут он сейчас немножко сюда уходит. Если посмотреть, вот лазер. Вот он. Чуть пол надо вот этот будет поднять, чтобы ноль был. Но ноль хотим вот там сделать. Теперь в чем прикол? Чтобы сделать вот так, надо будет накидывать на сантиметровый керамогранит. По разным местам бывает до 2 сантиметров. Вот. А вот тут вот была горка. Я ее сейчас точил, покажу как. Вот смотрите, я вот сделал здесь резки. Вот это 5 миллиметров. Вот это сантиметр. Я здесь вот там подточил для пробы. Посмотрел, вот такой вот диском. Водой проливал, точил. Вот в принципе здесь сейчас окей. Вот тут надо вот еще посмотреть. Вот тут я рисовал. Вот там вот тоже. Вот, поставим вот так. Теперь смотрим, сколько здесь. Так, вот здесь в принципе вот смотрите, вот тут выше сантиметра уходит. Вот она идет, вот все сантиметр, вот полтора, вот сантиметр клея накидывать. Дальше идем, видите, уменьшается. Вот тут надо накидывать, смотрите, уже 5 миллиметров. И там, грубо говоря, 4 миллиметра. Вот. Вот тут вообще труба будет мешать. Но ее уже ничего не будем делать. Так и оставим. Это будет угол. Угол будет. У меня даже вот верхушка практически пробивает. Вот смотрите. Видите? Поэтому ничего не поделаешь. Придется вот так вот ее ставить здесь. Вот. Но это угол кухни будет закрыто. Вот так вот. Будет посмотреть вот здесь, подровнять. Вот сейчас вот я вот прочертил, где вот такие неровности надо сточить. Вот здесь вот сточил. Вот тут вот надо будет подточить. Вот так, в принципе. Но я не смогу вам показать, как сам процесс точки. Но вот такие вот моменты. Убрать будет. Для чего смачиваю? Чтобы пыли не было. И все. Больше ни для чего. Ну и он лучше точится, когда с водой. Ну так примерно ставлю. Обязательно очки. Вот такого плана хотя бы. И все. И зачищаете это все. Вот так вот. Ну, сейчас вот тут покажу, как получилось. Конечно, идет вот такие вот полосы, очищаются. Сейчас еще вот там чуть-чуть. Вот, и покажу. Потом есть вот тут вот полоса. Большая горб. Я покажу тоже, сколько там сантиметров. Вот, ребят, смотрите, шлифану. Уже получается больше 5 миллиметров. Почти 5, да? Вот, вот нижняя, та это 5, та сантиметр, вот. Между ними, та на край. Перейдем вот так. Видите, увеличивается. Увеличивается, ну, почти сантиметр. Все, нормально. Там, я думаю, больше смысла нету шлифовать.
нормально. 5 миллиметров. Даже 6 вот. Нормально. Сейчас в другом месте покажу. Вот тут вот. Вот смотрите, сколько всего лишь пару миллиметров, поэтому лучше убрать. Сейчас будем убирать этот горб. Вот он, тут полусухая или какая стяжка была. Этот горб по трещине идет, где надо будет убирать его примерно до сюда. Вот так вот. В принципе, убирается нормально, быстро. Пыль идет конкретная. Ну такая, знаете. Хотя не мочишь, но пыль идет. Вот, ну все, ребят.